начали очень большое дело, которое займет у вас очень много сил, энергии, времени. Не унывайте, не ослабевайте, и вы увидите результат, вы увидите плод, вы увидите, что ваше служение будет развиваться, расти, будут приходить ребята. Вы сами станете расти как служители. Я вдохновляю вас, благословляю. И могу только ободрить тем, что все, кто включается в этот процесс и посвящают себя этому, они видят результат. Всего хорошего. Что, перебрал? Да нет, там просто сзади. Кривлялся. Бодрялка сзади, да? Да, бодрялка была. Ребята, я очень рад знать вас, рад знать ваших пасторов, вашего старшего пастора, молодежного пастора. Я рад слышать о том, что вы делаете, как вы живете. Я верю в вас, то, что вы можете много что сделать для Бога, как в Нягане, так и в соседних городах. Я верю в то, что вы будете обучаться, из вас поднимутся сильные лидеры, сильные служители, у которых будет огромное видение, и вы сможете влиять не только своего поколения, но и на будущее. Потому что с Богом возможно все. Вы люди, которые знают Бога, которого познали. Я верю, что у него есть особый план для вашей жизни. И вы сможете осуществить то, к чему он вас призвал. Люблю вас, благословляю. Хочу слышать много хороших свидетельств. Слышать о ваших подвигах веры. Слава Богу. Привет, нягоньские ребята. Я вас люблю, помню, молюсь за вас. Приезжайте в гости, жду вас на мартовскую конференцию 25-27 числа. Привет.